Маша. Маша. Да, у меня что-то где. А мы еще? Нет. Это Машка. Хватит или еще? Так, Кошечка, давай. Батя, мне все руки испачкала. Так, я вот на краешек. Мне двое салатов. Где? Кто будет говорить? Кто будет произносить тосты? Давайте по очереди каждый будет. А, один. Нет, Маша. Ну, Маша первая. Все вместе давайте. Давайте. Маша, Аня. Первый тост. Вставай и это, и говори, просто говори. Поздравляю тебя с девушкой. Садись. А что ты садись-то? Ну-ка, рот закрой, Катерина. Пусть все, что хотят, то говорят. Теперь, Катя, вставай и говори там. Ну, поздравь то же самое, как Маша. Что-нибудь пожелай. Ну, встань. Какие пожелания? Все должны встать. Вы думаете, пожелания? Успеха в чем-нибудь. Сейчас. Здоровья. Желаю счастья, здоровья, успеха. Ну, в учебе живи долго. И что тебя все уважали. Спасибо. А тебя все встали? За нашу Катю? Да. Ты, тихо! Саша. Я сейчас с тобой... Не понял, кого? Кто дед? Дети, вкусно? Да. А кому надо спасибо сказать? Спасибо, Маша. Мама, тебе надо сказать. Спасибо, Надежда. Спасибо, Катя. За то, что она родилась, да? Да. Так, Катя, а ты что мать не берешь? А Катину маму как зовут? Что надо? Что ты говоришь? Я это чуть-чуть забыла, я не знаю. Так, Катя, на самоположение, у меня рука не двигается уже. Леша, у тебя сколько было? Будь здорова. Ну, поднимите. Манты едят руками. Так, да, и потом, потому что рисунок едят руками. Есть над столом. Вот салфетки у вас есть. А, мама! Ой, жирные руками. Встань! Кто встал? На мою ногу ты встала. А, я думала, что-то случилось. Я думаю, Наташка, что-то случилось с Наташей. Так, главное, что не капните себе на платьишки. Постерите эти полотенчики хорошо. Катя. Маша. Катя. Салфетки вытирайте салфетками. Так, у тебя что-то уже вторая, надо еще что-то. Нет, у нас еще не убыстрят. Да, салфеточки, Маша, салфеточка себе. На еще. Вытирайте хорошо. Есть, да, положите. Вот еще на. Так, сегодня 11 мая, у Кати день рождения. Я ее, конечно, поздравляю. И хочу ей пожелать всего самого хорошего, счастья, добра, долгой жизни, успехов в работе. Ну, всего самого хорошего, самого лучшего, наилучшего и так далее. За нашу Катю. Поднимаем тосты. Так, ну, можно налить все, у кого же нет ничего? Нет. Шампанское закончилось, терпим вино. Тоже это. Дети, есть, нет, 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 н